что касается наших отношений, мы нацелены на серьезное углубление наших отношений. Мы внесли ряд предложений не только по торговле чувствительными товарами между нашими странами, но и предложения по вхождению вашей страны в акционерный капитал наших крупнейших компаний. Это говорит о том, что мы очень доверяем вам, очень доверяем. И думаю, что предстоящий визит положит начало новому этапу нашего сотрудничества. Я очень благодарен вам за сегодняшнее сотрудничество в рамках Евразэс. Мы выступали с единых позиций, очень конструктивная позиция Казахстана. Она и нам о многом говорит. Поэтому мы полны решимости развивать наше сотрудничество. И я абсолютно убежден, что новый период Казахстана, который наступил после выборов, он нисколько не будет хуже того периода, который был до этого и который заложил основы нашего сотрудничества. Дальше, конечно, будет нелегко. Вы сегодня проводили цифры, что международная торговля упадет, производство упадет. И это говорят уже все эксперты. Простые времена нас ждут, но вместе мы их преодолеем с меньшими потерями. Мы на это нацелены.